Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую всех на своем канале. Продолжаем наше маленькое большое приключение. Так, у нас появился автомобиль. Так, Зои. Ой-ой, тихо. Да, что такое? Ты зачем прыгаешь на беременную жену? Давай поговорим с ней. Твинси, если ты хочешь испытать машину, то отправляйся на гоночную трассу или в пустыню. А я пока нахожусь здесь. Пройдусь по магазинам. Встретимся дома. Так, давай иду домой, потому что здесь всякие придурки лазят. Ну-ка, ушел отсюда. Так, хорошо. А как прикольная тачка такая. А можно ускоряться как-нибудь, интересно? О! Нет, нет, не о. Так, поехали-ка на гоночную трассу. Сейчас у нас будет... О, Аладдин! Ну и что ты... По встречке ей тут летаешь на своем ковре, блин. Ну, иди отсюда. Так. Чуть Аладдина не сбили. А вот и гоночная трасса. Отлично. Ну что? Ну-ка иди сюда. Стоять. Нет, ты глянь на него, а? Блин, а чё? Нельзя ли мне ускориться как-нибудь? Так, подожди-ка, я так не играю. Давай-ка начнем одновременно с тобой. Блин. Возможно, мне надо приделать что-то к этому автомобилю. Ну, подожди-ка, стой. Вы не знаете, где можно найти школу волшебников? Я не знаю, где это, но было бы здорово, если бы здесь была школа водителей. По крайней мере, это было бы полезно. Если ты считаешь, что можешь догнать меня, то вперед, на линию старта. На линию старта? Да легко. Подожди, ты дай мне сесть в машину там, блин. Хочешь проехать на несколько кругов, подостань сначала машину. Да есть у меня машина, алло. Да блин. Опять его ждать придется здесь. Так, не, давай-ка займем вот эту позицию. А можно как-то вождение менять тоже? Стиль вождения. Так, и что делаем? Блин, он быстрее меня почему-то. Пошел нахрен. Блин. Может, его надо спихнуть как-то? С трассы, а? А что ты остановился? Блин. Что делать надо здесь? Ну, хоть машина есть, это уже, конечно, повеселее как-то. Да, хорош меня таранить. Пошел отсюда. Ну, дурачок, блин. Езжай давай. Я самый лучший. Никто не может меня догнать. Попробуй, если хочешь. Давай. Проиграл. В смысле проиграл? Проваливай, говорит. Подожди. Все, я понял, что делать надо. Надо было просто ехать и все. М-м-м.
Так, чувак, подожди, не уезжай только, ладно? Стоять. Блин. Ладно, придется его подождать, сейчас он приедет. И все, и сразу надо ехать. Не, прикольно так на самом деле сделали. Я так полагаю, что приеду, если первым, я получу какой-то очень хороший приз. Я самый лучший. Никто не может меня догнать. Попробуй, если хочешь. Угу, давай. Доезжай, Твинсон. Проиграл. Пошел нафиг. Проиграл. Я уже выиграл. Да хрен ты меня догонишь. Че, все? Облом? Я самый лучший. Никто не может меня догнать. Попробуй, если хочешь. Подожди, что дальше-то? Проиграл. Проиграл. Так я должен, в смысле, за ним ехать или как? Что должно произойти там? Ну, у него, кстати, тачка, по-моему, побыстрее, чем моя будет. Ну, вот финиш. Я выиграл. Или мне за ним надо ехать? Блин, что делать на этих гонках? Подожди, ты проиграл, он говорит. Ладно, хорошо, сейчас попробуем поехать за ним. Я самый лучший. Никто не может меня догнать. Попробуй, если хочешь. Давай. Но... А так его хрен догонишь. Ни хрен что срежешь, да? Проваливай, говорит, да? В смысле я проиграл? Пошел нафиг. И кто из нас проиграл, а? Дубинушка. И чё? Чувак, я выиграл. Знаете, где можно найти школу волшебников? Я не знаю, где это, но было бы здорово, если бы здесь была школа водителей. По крайней мере, это было бы полезно. Если ты считаешь, что можешь догнать меня, то вперед, на линию старта. Короче, это просто какие-то аттракционы, по-моему, и не более того, я так понимаю. Хорошо, я-то думал, что мне что-то полезное дадут. Ни хрена нам не дали, ладно. Что у нас на глобусе есть? Наше местонахождение. И подожди-ка. Школа магии. Надо попасть туда, да. Вопрос, как туда попасть? Паладина сбить. Помеха справа. Ладно, я думаю... Аладдин не обидится. Так, что вот это за стрелочки? Может быть, на машине можно как-то туда будет заехать все-таки? Надо школу магии. Ну, я не знаю даже, как тут. Реально попасть туда. Так. Хорошо, попробуем сейчас это все дело объехать. А, все, я понял. На машине, скорее всего, нам надо разогнаться. Где-то был такой трамплинчик деревянный. Мостик был. Вероятнее всего, надо будет перелететь... с этого мостика. Сейчас только найти надо это место, где это было вообще. А, вот он, да.
Как камеру поменять? А, плюс-минус, вон. Нет, него. Угу. Вот он, этот мостик. Ну, что-то я сомневаюсь, что я смогу туда перелететь. Если, конечно, какой-нибудь ускорялки не будет. Как я туда поднимался? Нет, по-моему, это дурная затея. Хотя, возможно... Нет, не ездит он по этим скалам. Ну как мне там попасть-то? Надо туда. Ага, подожди-ка, во! Кажется, я нашел, как туда попасть. Так, Твинсон, слезай. Ага. Смотри, какой потайной вход сделали, а. Так, тут эти каркуши летают. И мне это уже не нравится. Да ты чё, блин? Брысь отсюда. Так, иди сюда. Есть. Помогите. Так, что это за лягушка? Да подожди. Дай-ка я сейчас этого каркушу эту завалю. Так, подожди, лягушка. Сейчас помогу. Иди сюда. Есть. Ну все, теперь можно и помочь. Погнали. Как все просто оказалось сюда попасть. Так. Спокойно надо, спокойно. Что случилось? Привет. Что за... Что ты орешь? Эй, Квинси, это я, Джо. Я чувствую, Джо? Что неважно. Ты не можешь что-нибудь для меня сделать? Джо? Что с тобой? Привет. Эй, Квинси, это я, Джо. Я чувствую себя неважно. Ты не можешь что-нибудь для меня сделать? Так. Угу. Что-то для тебя сделать? Привет. Эй, Квинси, это я, Джо. Я чувствую себя неважно. Привет. Эй, Квинси, это я, Джо. Подожди, Твинсон. Так, подожди, как... А, вот. Передатчик. Ну, тут я ничто не могу для тебя сделать, похоже. Пирамидальный ключ. Нет. Помоги! Подожди. Ага. А как мне теперь... А. Помоги! Джо, подожди. Без паники. Кстати, а что это такое? Вот это вот. Помоги! Что это? Интересная какая-то... Помоги! Структура. Да. Мы можем сюда пройти. Так. И что это за саркофаг? Ага. Вероятнее всего, пирамидальный ключ нужен, чтобы открыть эту дверь. Нет? Так. Надо быть наготове. Кто там? Кто здесь? Какой-то склеп.
Эй, профессор. Привет. Уже 2 месяца, как я поступил в эту проклятую школу, и до сих пор не смог пройти ни одного испытания. Вот она, школа магии. Ищите костюм или волшебные принадлежности? Пусть дело адмирала всегда найдется нужная для вас вещь. Низкие, очень низкие цены и гарантийное обслуживание. Как раз сейчас я совершаю коммерческий тур по вашему острову. А. У этого мистера Чудала. Это вот этот Аладдин и есть, который, наверное, летает на этом. На своем ковре. Так, ладно. Там темно. Туда мы пойдем. А, понятно. Знак. Ладно. Пойдем, сходим в неизвестность. О! Это что за привидение тут? Газбастерс! Ту-ру-ту-ту-рут. Ту-ру-ту-ру-ту-рут. Ты что сюда идешь? Алло. Что-то мне как-то не хочется соприкасаться с этими привидениями, если честно. Что-то мне подсказывает, что здесь надо просто тупо как-то пробежать, наверное. Ага. Да беги, Твинсон. Так, тихо. Агрессивный. Интересно, могу я привидение это завалить? Ага, еще чего. Привидение так не возьмешь материальным этими. Опа, какой сундук. А! Какой писец! Так, подожди-ка. Блин. Ладно, надо пробежать, да? Или наоборот, очень аккуратненько пройти. Да что ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту! Ага, хрен там. Ёлы-палы. Ага. Это было не так-то сложно. Ключик. Золотой. Золотой ключик. Блин, 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 тихо. Спокойно, скрытно его. Блин, травку потерял одну. Использовал. Теперь мне травку нужно найти. Восполнить запас травок. Ключик, а чего я взял ключик, интересно? Тихо, блин. Да уйди ты, скотина. А, вот от чего ключик. Блин, конечно, это было коряво. Испытания только начинаются, я так понимаю, да? О. Здравствуйте. Позвольте мне представить директора школы волшебников. Представь. О, здорово, чувак. Добро пожаловать, Твинсон. Я горжусь тем, что ты будешь у нас учиться. Но несмотря даже на то, что ты спас наш мир, тебе все равно придется приходить на все те испытания, что и другим ученикам. Ты хочешь... Да, легко. ...нашу школу? Конечно, сначала хочу. Сначала я бы хотел вылечить моего дракончика.
Ты получишь способность, пройдя одно из испытаний волшебника. Но сначала ты должен поступить в нашу школу. Сразу после окончания школы твой уровень волшебства повысится. О, давай. Взнос составляет 120 золотых. Ты готов начать прямо сейчас? 120 золотых, а у меня сколько? По-моему, это нормально. Я согласен. У меня не хватает золотых. Давайте потом занесу. Смотри, храм Би. Говорят, что там все еще находятся старые сокровища. Храм Бу? Все еще стоятся старые сокровища. Ну ты че, блин, Я так не играю. Давайте потом занесу. Привет. Это такое удовольствие остановиться в вашей великолепной школе волшебников. Вот я и остановился уже здесь. Для меня было бы большим удовольствием поступить в нее и повысить уровень мастерства. Вступительный взнос составляет 120. Я согласен. У меня не хватает... Пойди осмотри храм... Храмбу, короче, нужен, понятно. А много мне не хватает? А, что это там? Не хватает там маленько совсем. Вон, сейчас бочку трясану. Храмбу. Ага. Тоже неплохо. Хорошо. Ладно, погнали. Искать 16 золотых. Храмбу так храмбу. А есть еще какие-нибудь бочечки или что-нибудь такое? Не надо, это всего лишь 16 золотых. Ну хорошо. А где он, сам храм Бута этот? Пустыня Белого Листа. И чё? Иди сюда, Каркуша. И ты иди сюда. Так. Все. О. Может, я могу что-то продать? Ладно, надо идти в храмбу. Все-таки, если я раздобуду 16 золотых, то этого будет мало. Я вообще останусь без золота. Но, птички, 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 давай, 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 твинса! О, красава! Ха-ха. Отлично. Привет. Садовый бальзам. Растение. Блин, я забыл, кому его отнести надо. Такой росточек остался от него. Может, еще один вырастет потом. А есть описание какое-нибудь? Садовый бальзам. Так, описание есть какое-нибудь? Нету описания.
И чё? Как мне назад теперь съехать? Ага. Неплохо. Так. Блин, а, нет, там ничего такого нету. Мне нужен храмбум. В пристани. В пристани, да. Так, там, значит, гоночный этот стадиончик. Там кладбище, здесь... Может быть, храмбу находится вообще не здесь, не на этом острове. Так, я хотел вообще попасть. Да. Что находится позади меня? Вот это вот. Да. Как мне туда попасть? Это, конечно, не храмбу, но. А. Это, возможно, какая-то типа вертолетная. Это. Площадочка. Зоя, ты что тут делаешь вообще, а? Давай, иди домой. Тут небезопасно. Привет. Твинси, если ты хочешь испытать машину, то отправляйся на гоночную трассу или в пустыню. А я, пока нахожусь здесь, пройдусь по магазинам. Встретимся дома. Ну, давай домой отправляйся, что там. А у меня билета нет, да? Да, у меня нет билета. Подожди-ка, вы не подскажете, где тут храмбу? Эти незнакомцы довольно странные. У них есть полный набор карнавальных костюмов. Да-да-да. Ну, это кладбище. Так. Да уйди ты. Хорошо, давай заедем в город сам. Я забыл, где билет покупать. Капец. Надо ж так, да? Ну, билет должно быть продается где-то здесь. Да, он где-то вот здесь, по-моему, продается билет.
Вот он, вот она касса. Привет. Добро пожаловать на межостровной катер, сэр. За 12 золотых куда вы хотите отправиться? Блин, 12 золотых. А если там нет хромобу? Что тогда? Хотя, по-моему, там... Ну, все равно отправляться надо, да. Вы получили билет на корабль. Блин, я еще только трачусь и трачусь. Дайте мне лучше монетки. О! Чувак, дай монетки. Привет. Добрый день, сэр. Добро пожаловать в мой магазин. Встаньте напротив выбранной вами вещи. Вот я и встал напротив кассы. Мне нужно золото. Нет, храм был все-таки, я предполагаю, что он находится в цитадели. Поехали в цитадель съездим. А машинка где? Здесь будет пусть. Так. Надеюсь, никто ее не угонит. Блин, Твинсон. Сядь в автомобиль. Спокойно. Все. Рамбу. Так, Зои, поехали отсюда. Пока-пока. До встречи. Чё ты смотришь? Блин, да эти твари повсюду. Дай бы тебе этот в глаз, чтоб не сверкал здесь. Что такое? Ага, хрен там, да? Дай-ка золотишко. Ты чё вылавливаешь такое? Привет, Феликс. Феликс. Эй, ты правда убил Трава? Это чудовище существовало на самом деле? Слава тебе, удачи тебе. Пусть Андела защитит твоих потомков. Ага, спасибо. Так. Холомэп. Так, где здесь храм Бу? Там дракончик. Там маяк. Немножко по управлению, конечно, да, стало, наверное, неудобно. Ну ладно. Да-да-да, вот. Вот она кнопка, которая общая по действиям. Точно, W.
Продать я ничего не могу. Так, а что здесь? Навряд ли кто мне тут денег даст. Вложите 5 золотых, если хотите прослушать мелодию. Не, спасибо. Тема ЛБА, Полишмеля, Империя, нет. Нет, меня это не интересует. Можно было поставить там что-нибудь. Арию Кипелова еще можно было бы. О, как все современненькое стало здесь. Эй! Привет. Это здорово, что наш приятель Ральф вернулся на маяк. Но прибытие этих пришельцев из космоса — это что-то невиданное. Эй! Нам нужна музыка! Музыка вам нужна. Спасибо. Давай денежку, будьте. Привет, музыка. Ким. Ну и дела. Эти ребята явились с изумрудной луны. Ну и дела. Дела, дела, да. О! Блин, куда монетка-то улетела? Ты завоюешь дивизию, ну. Привет. Дела. Малыш, как дела? Спасибо, что освободил моего приятеля Ральфа. Если бы не ты, его бы точно съели. Эти исследователи кажутся довольно милыми и задают кучу вопросов. Их интересует буквально все. Ни хрена, ну они, может быть, только кажутся только милыми. По мне, так они ни хрена не милые ни разу. Привет. Черт, у розовых гробосов мне уже доводилось видеть. Но зеленые парни из космоса, такое в первый раз. Чувак, тебе пора домой уже. Уже, ты уже начал логопедить. Лицант. Подожди. Спасибо. Так. Сколько монеток у меня? 93. А что, по одной монетке здесь высыпается? Не, ребят, ну это не прикольно же. Дайте мне этот. Крамбу, это же вот здесь, по-моему, да? Ту-труду. Привет, сэр. Наш музей посвящен великому Твинсону и развитию волшебства на планете. Можете не сомневаться, вы узнаете много нового. Цена за вход 15 золотых. Будете платить? Ну ты что, дурачок что ли, блин? Я вообще-то есть Твинсон. Нет, меня это не интересует. Блин, кто посадил сюда этого клоуна? Грамбу, подожди-ка. Угу. О! Подзорненькая труба. Всего за 3 золотых хотите посмотреть телескоп? Да ты издеваешься, ну. Ну хорошо, давай глянем. Хорошо. Ну, маяк. И чё, вот это стоило 3 золотых? А, во, как это делается-то. Надо было просто прыгнуть. Так. Здесь...
мне дали пирамидальный ключ. Я точно помню, что-то где-то в канализации надо его применять. Черный во... Собака. Так, вот это, конечно, хреново. Как прыгать? Ага, подожди. Тихо, тихо. Блин! Я перепрыгнул. Надеюсь. Ать! Есть. Дайте мне клевер. О! Не ту кнопку нажал, блин. Так, это поднимемся наверх. Не, ну тут-то мы точно не перелетим. А, ну там какая-то фигня плавает. Все понятно. И как мне на нее запрыгнуть? Угу. Уже никак, ясно. Так. Пойдем сходим еще разок. Ну-ка, ты что за указатель? К скалам Вудбриджа. Угу. Надо все указатели попроверить. Города. Какой-то из них, я думаю, что будет указывать храму Бу. А это что за писанина там? Так, это же карта какая-то, да? Похоже на то. Цветочная поляна. Ага. Вот, цветочная поляна. Так я еще не везде здесь был, оказывается. Например, на поляне я, по-моему, не был. Да ты охренел. Тупая змеюка. Центр города. Центр города, да. Цветочная поляна, правильно? Повелителю стихий. Угу. Так. Здесь что? На лугу, на лугу. Край крепости. На лугу пасутся ко... Ровы! Привет. Вы только посмотрите. Это место зарождает музыку в молодых душах. Они действительно обожают Зиндейлу. Красота. Так, это что за указатель? К скалам Вудбриджа. Вудбриджа. Не застревай только. Да тут я же лазил везде. Так, тут что? Скалы Вудбриджа. Ну, скалы Вудбриджа, да. Так, это что? Переправа к скалам. Угу. Переправа, переправа, берег левый, берег правый. Хорошо, погнали еще раз в канализацию. Там где-то должен быть проход какой-то. В общем, надо все здесь облазить, обыскать. Ага. Получается, надо, значит... Оп! Есть. Что за дверь?
Надеюсь, пригинаться ничего не надо здесь. Так, нормально. И куда меня кораблик повез? Угу. Можно было здесь сойти. О, можно здесь сойти. Так, сделаем. Какой-то рычажок. А! Что сделал? Пробежимся. Хотя. А! Вот это вы... это здесь и проход, получается, открыл, да? И куда это нас поведет? Прозвучало, как улица зеленой коровы. А! Тьфу ты, блин! Капец! А! Хотя отсюда я смогу уйти. Добрый день, повелитель. Повелитель, так. Невероятно, все жители Твинсана напуганы. Отогнав грозу, я позволил им приземлиться среди нас. Пойду посмотрю, что они там замышляют. Диплом повелителя элементарной стихии. Волшебник Берсиман доказал, что он способен управлять элементарными стихиями. Он получает звание Великий Повелитель Морских Ветров и Смерчей. Угу. Повелитель Ветров и Смерчей. Что-то варит здесь и варит. Не трогай это! Я пытаюсь создать кольцо, этот котел не должен кипеть. Если бы у меня заряженное было... кольцо. Заряженное кольцо. Молнию. О как. Ну давай, хорошо, создавай. Так, мы отправимся обратно. Канализацию, но отправимся уже, наверное, в следующей серии. Оставляйте обязательно ваши комментарии. Всем приятного просмотра, хорошего настроения. До следующей серии. Пока-пока.